Всем привет, это продолжение партии за Мали в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Что ж, приятного продолжения вам просмотра. Леша, давай так, если я сейчас объявляю с тобой союз, пойдешь ли ты наносить грек? Скорее даже греков. Леш? А, сорян, выключен микрофон был. Блин, я тут столько всего говорил. Я говорю, что... Горго. Как нет доступных целей на значение? Выносить пойдёшь. А? Ты пойдешь выносить, если мы заключим союз. Ну, если ты, Горго, объявишь войну тоже, мы вместе пойдем. Блин, почему нету доступных путей? Ну, это не особо удобно, я могу только там Токио, Окаяму тебе забрать. Нет, слушай, если ты рассчитываешь, что я типа с тобой заключаю союз и иду воевать с обоими греками один, то нет, конечно. Нет, не один. Не один. А? Потому что я смогу бросать там ядерки, стрелять самолетами, но удержать там города я не смогу. Ну, конечно, я буду нападать. С Горго вполне нормально воевать, я считаю. Лёша, можешь мне денег выделить? Немец спрашивает. Ну, давай союзиться. Да. Я ж тебе, ты ж там 1200 бросал, я ж тебе ответку кинул. Там, чтоб ты мне ресурсы дал. А, не видел. Окей, спасибо. Это уговаривать австралийца заключить союз. Просто вот человек. Че и космопорт или кто-то ломает. Австралиец, другой союз, вот такой.
Блин, Горго, зачем? Немножечко вас остановить всех. Кто там хотел Горго пилить? Давайте, запилите. Да все. По-моему, земля и пухом, короче. Австралиец, а дали мне одной там совсем ничего? Думаю, что мне его купить. Слушай, пока ты там вот языком трепишься, немец хоть как-то сопротивляет. Я его поздравляю с этим. О, это огромный боевой робот приехал. Ну, 470. Живем, следующим ходом денег дофига приедет. Стрелец, дай алюминий, а, пожалуйста. Рынок поломан был, поэтому не... Не давай ему алюминий. Стрелец, дай алюминий немцу, чё ты этот... Он всё-таки с греками воюет, как ты и хотел. Один против двух. Алюминия-то надо? Да хотя бы одну штучку. Жизнь опять. Да, сейчас рынок починится. Можно будет использовать. Так, стоим. Вообще он возвращается туда постоянно. Спрашивается. Что я всеми юнитами наконец-то похожу. Нет, наверное, не успею все-таки всеми. Да. Ну, одно радует. С боевым роботом у него же... Будет меньше уран. Да он бесполезный, он уран ест. Прям уж бесполезный. Так, мне надо больше этих купить. Да нет! Ну блин! Один ход, ё-моё! О, сразу бабла сколько. Какое говно. Ну и что мне тут строить? Короче, куча производства в жопу просто.
Да, блин. Немец, а может ты мир хочешь? Немец, ради моего алюминия не соглашайся. Я не соглашаюсь. Блин, ну вот это, конечно, с этим очень неприкольно получилось. Ну, один ход... То есть я просто вот этим ходом и строил. Из-за того, что человек выше меня в лобби, считается, что построил он, а не я. Эфес перекупили. Ну, какого хера постоянно это происходит? Ну вот просто, ну вот, я не знаю, вот в течение всей этой игры, вот в течение всей игры какие-то лажи происходят. Вот прям вот. Просто опять не успеваю ходить. Слушайте, а в космопорты вообще никто не вышел, что ли? Не, барыга вон уже космопорт построил. Барыга, кстати, тоже уже в научную идет. Это все так, ну, настолько как бы несправедливо с Биг Беном получилось. Я так расстроен. Сейчас я буду за веру покупать рок-группы, и эти города у него отвалятся. Мухаха. Так, надо шпиона к себе посадить. И подождите, археологически тут строится. Кто-то так, ну, к этому пришлось, городу. Придется констатировать, что немец сдулся. Пару ядерок и все, да? Ну, я честно выдержал три.
Да, молодец. Ты хорошо сражался. Возьми полки пирожок. Да. Ну, ты должен был развит быть, а ты как-то видишь... Не получилось. Ну, я, конечно, посопротивляюсь, но хочется остаться с одним городом и посмотреть, кто же все-таки. Я даже походил так, тебе надо города проверить. Производство рост. Вот можно ядерки строить. А чё кавалерия такая живучая против самолетов? Это нормально? Алюминия нет. Так. Группы строим. Покупаем, точнее. 300. Ремонтировать надо. Угу. Могу я археолога купить за веру? Не могу. Это на самом деле бесполезное немного. Блин. Ну, религии мне, как я и говорил, не дали бы победить, но я неплохие бонусы получил. Криво, правда, все это было криво. Ну, хоть как. Алексей, ну что, ты готов к войне с Горгулом? У меня с ним пока еще дружба. Я не знаю, когда она кончится, честно говоря. Ну, должна уже когда-то кончиться. Компьютеры.
Может, нам на технологии лучше идти? Чей подарок? Не, ну это некрасиво. Особенно на 20 секунд. Считаете мою, так сказать, гибель. И считаете, что это некрасиво. Что ты знаешь? Он имеет в виду, в конце таймера это делать. Ну, я за минуту до, я тем более не захватил. Ну и он мне тоже под конец кинул в токер, так что все нормально. Борга, а ты можешь сказать, когда у нас дружба заканчивается? Или у тебя тоже русский интерфейс? Откуда? Ну, русский стоит. Блин, когда они это поправят уже? Ну, мы давно заключали, я помню. О, 50 лояльности. Вот этот. Перепуганный император, нормально. Может, Рейну оттуда как-то же перебросить? Как-то нам странно сидит. В Гао можно, наверное. Нет, пока еще рано. Там я тут Рейну. Вот в Канга. Или в Сидзуоку может посадить Рейну. Тут требуются какие-нибудь районы? Нет, не строятся. И в Нагое, наверное. Вот, в Мбанза Конго есть районы? О, давайте Рейну в Мбанзу Конго, а Виктора в Кангабу. Ну, потому что как-то странно. Я очень фигово губернаторами в этой игре действую, прямо скажем. Так, тут фабрика. А, есть? Здесь, что ли? Нет. Из Гао, наверное. Вот тут, наверное, фабрика не действует, да? Тут давайте купим фабрику. Мазутную. Только из Самоса убрал губернатора, сразу минус 9 там. Он его, наверное, в Парас посадил, да.
мне тут негде проводить, что ли? Концерты негде проводить. Ну что мне, сжать Токио, что ли, чтобы ты успокоился? Ну не хочу. А надо сжигать. В смысле, ты не хочешь его сжигать? 240 науки. Так, в Мбанзансунде исследовательские гранты. В Ньяне ядерное устройство. Пион построен в Самос его. Еще один ход следующим ходом снизит лояльность на 25. Так, где у нас какие развалины? А что, у тебя только одна ядерка была? Я думал, ты уже больше сделал. Делал-то больше, я еще держу, и все же на тебя выкидывает. Ну тут ты прав, тут ты прав. Еще шпиона. Когда ж у меня дружба закончится? Про это я не знал, что радиация, оказывается, Джеба не может. Неудачно получилось. Ой, тут уже был ислам. Ну... Ну, австралийца я обратил. Как бы полностью. Если мы грека распилим, ну вообще я довольно близок и к... О, грек, не хочешь шпионами обменяться? Не, не хочу. Ну вот. Ты и так меня тут высаживаешь, губеров, диверсии совершаешь, зачем? Это не я. Причем, когда вот я только что-то делаю, ты сразу вот начинаешь кричать на меня. В смысле? Я не делал тебе никаких диверсий, абсолютно серьезно говорю. У меня один шпион вообще-то только.
Блин. Хреново не работает тут рок-группы у нас. И почему нельзя в некоторые города посадить самолет? Все здания нужно. Что в некоторые города нельзя? Ну, самолет перебросить. Далеко может? Нет, близко. У меня какое-то предположение, что он прибрежный, поэтому нельзя. Так, ядерка одна готова. Я что-то почему не понял. Рейна высажена, и ее нельзя никуда больше повестить? Время должно пройти. Да уже прошло, я не знаю, ходу 8, наверное. А, вот, вижу. Все. Ну и почему нельзя было? Ну как-то долго мне показалось, еще надо ждать. Жалко, что еще не дается наука. Леша, ты еще скажи, что это не ты Рейну мне высадил. Нет, это не я. Я только что в Паросе пытался этот сделать. Ну, снизить лояльность. У меня шпион сидел вот в Паросе, и все. Короче, не виноватая я, он сам пришел. Но он же там сидел. Ну, в Паросе сидел. Но Рейну и диверсии не я делал. Ну, хотя бы признался, что Парос мне отвалил. Так я же тебе об этом говорил еще фиксука ходов назад тому. Говорю, отвалится по лояльности, буду захватывать. Нет, ну это ты говорил, ты ж не говорил, что у меня там сидит шпион, и я вот такой вот. Тебе не кажется, слишком жирно будешь, я вообще все тебе рассказал прям конкретно, что я делаю? Да нормально. Нормально? Ну, уже нанотехнологии исследованы греком. А что там, кстати, за великие люди у нас? О, 100%. Слушайте, так мне его забрать надо. Это очень круто. Наверное, перебросим к греку сюда. Будем реально. Так, Камацу захватывать. Сюда падает бомба, вообще изи, как говорится.
Гуру это для лечения этих юнитов религиозных, когда они воюют между собой. О, глобализация открыта. Так, так, так. Вот он. Так, и здесь поменяем на электронную коммерцию, вот эту торговую федерацию. Ну тут, ладно, я отремонтирую аэродром. Ой, слушай, а что это у нас австралиец? Вот у тебя справа от Гонконга, у меня слева от Сегу все горит. Что там было такое? Шторм, что ли, какой-то? Справа от Гонконга. Ну, походу, да. Тихо, вариант не видит. Ядерка приехала. Ну, наверное, королевское общество построю. Так, шпион завершен. Больше шпионов нету. Исследовательские гранты. Фабрика тут действует, кампус не хочу ставить. Ну, строители тоже не нужны. Ладно, давайте логистику промышленной зоны делать. Но это странный музыкант, нигде не может концерты дать. Опять мне что-то разграблено, блин. Где у меня рынок может быть похерен? Ваш менеджер считает, что этот концерт принесет 0 единиц вот туризма. Почему? Без понятия. Переброшу пока в Ньяни. У меня еще один должен быть самолетик. В парус опять. Типа, а где эта группа должна концерт проводить?
В темный век падаю. Слушайте, стану, у меня как-то группа... То есть я вообще не понимаю, где мне концерт провести ею. А, она без названия, сорян. Паника раньше времени. Давайте, может, лучше на науку. Ой, на культуру. Забросим, ребят. Ну, блин, когда у меня дружба закончится? Блин, я уже в нетерпении, чтобы на Горга напасть, то у меня дружба все не заканчивается и не заканчивается. Где попробуем потырить? Давайте... Нет. Вот странно, почему мои группы не могут концерты давать? Название, посмотри. Может, ты их не назвал? Да, их назвать обязательно. Да. Вот кто первый раз играет. Ну, с группами я действительно первый раз. Давайте я уже тут поставлю этот космопорт. Я постоянно глаза не мозолю. Мне бы еще... Какими вообще самые производственные города? Понятно, Ньяни. 150. 140 Уалата. В Уалате, видимо. Ну, 104 Гау я поставил. В Уалату надо пересадить. Мокшу и поменять их местами. Так, а тут за деньги. Что-нибудь можно построить район. Пригород? Нет. Театральная площадь. Так, ну, наверное... Грек, у вас, по-моему, 2-2, да? Да. А, нет, это я разных. Да, то есть у меня один будет. Греческий шпион от одной Греции. Василий. Васю поймал. А от второй Греции... Лисистрата. Не, Василий лучше.
Василий и его сестра. Отличных великих людей забрал. Где они? Вот ученый. Давай, Алексей, нападай. А что это? Ты что-то приготовил там? Только готовится. Мне уже страшно. Мне интересно, мне хватит 4 бомбардировщиков эту снять стену в Такамацу? Или все-таки ядерку бросать надо? Короче, проверим. Знаешь, кстати, что эти центр города и военные лагеря по самолетам стреляют? Да. Уже выяснили. Австралиец, ты можешь там дальше проехать, чтобы он Такамацу не отбил? Проезжать особо нечем. Надо как-то встать, юниты. А вы точно с тем греком воюете? Ну, этот Спирить просто удобнее. Правда, ну, я не понимаю, как они будут делить меня на что-то другое. Мне кажется, сейчас второй грек тоже на тебя нападет, нет? Ну, кстати, да, вполне себе. Рабочий план. Я потом пингалу в Уалату пересажу, когда я тут космопорт сделаю. Полезное голосование. О, дайте мне два золота увеличить очка. Дипломатическая победа. Кому? Немцу? Немцу. Немцу дадим. Не знаю, что тут. За центр города, чтобы там нельзя было строить. Производство и приобретение военных юнитов за валюту выбранного отсека увеличено на 100. Давайте за производство. Любопытно придумал, конечно. Ну и тут за немца проголосуем. Всемирная выставка пускай идет. Мне как раз за производство не надо, мне все за веру и деньги делается, поэтому мне надо им помешать. Давайте посмотрим, что получилось. Сейчас чуть позже гляну, мне тут надо сначала не дать город захватить. Темный век. Хе-хе, сбили. Неудачно. Сбили ракету. Мне нравится, конечно, как это нарисовано. Такой пиу, 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 и все, и мимо. Ну, попытка хорошая.
Блин. Так обидно. Ну ладно. Грек, а Грек? Давай ты мне вернешь все мои города, и я посижу, посмотрю, кто из вас вы. Классно ты придумал. Интересно, верни все мои города. Может тебе еще и моих отсыпать сверху? Ну, французов можно... Французы поделить пополам. Французов уже нету как... Ну, города. Уже его нет. Очень выгодное предложение, соглашайся. Мне тоже нравится. Он уже умные материалы исследовал. У Грека, например, все техи, которые нужны для улета, исследованы. Так, на минуточку. У Перикла имею в виду. Так, вопросу, кто там в лидерах. Так, еще кто в какой век вышел? А, все в нормальный, я в темный. Ну, австралиец тоже в темный. Конечно же, Леша. Это понятно, да. Не хочется ядерки сейчас тратить, честно говоря, на этого грека вообще. Так, что у нас со счетом? Ну, тут, конечно, Грек серьезно впереди. Я, кстати, удивлен, что у него не так много... Что у него меньше науки, чем у меня, хотя он захватил практически 3 человек. То есть там ребята вообще, наверное, очень плохо развивались. В всякий случай отойду. Не думаю, что он должен видеть. Следовательские гранты. Так, канализация, военная... Ну, вообще можно пригород, наверное, построить. Что будет захватывать? 4, 6, 5. Ну там будет. Задников-то за что? Тут будет постоянно. Ладно, давайте здесь поставлю пригород. Заодно он на кампус будет влиять. Пройдемся, могу ли я тут... Не, ладно. 1500 надо накопить на космопорт. Зря вот сейчас биржу купил, вообще-то, честно. Надо на космопорт деньги оставлять было. Так,
Покажите все гум. Тут все отремонтировано, кроме священного места. Все уже по максимуму затоплено, но мне пофигу. Я в домике. Кстати. И надо там ученого. Нет, тут исследовательские гранты, пожалуй. Боже, где что упало? А, вижу. Так, у меня тут ученый был. Вот этот. От шедевров, от, блин, где это его? А следующим ходом будет видно, да. Ответное предложение, Грек. Я принял только... Только что? Так давай ты не будешь этим шпионом. Именно этим? Другими можно, да? Тебя же он один был. Ну уже ж, блин, время прошло, я ж прошел как-то по научному дереву. А, я, кстати, к себе хотел посадить, все время забываю, блин. В космопорт надо. Себе. Ну, опять кто-то что-то бросает. У меня юниты не двигаются. Ядерка пошла. А, пошла, да, на меня. Ну, то есть ты в город так и не целился, просто мимо, да, бросал. Ну, не долетал до города. Блин, не отбило! Ба-бам! Это термоядерка, что ли, уже прилетела? Да. Фига себе. Ну, ногой не страшно. Вот тут неприятно, но опять же тоже не страшно. Просто покупаем рабочих и чистим все это дело. А, вот у меня есть. Эх, Грек, не хотел я на тебя ядерки бросать. Что поделать? Трать, Лёша, трать.
Слушайте, может больше этих тогда купить? На защиту столицы поставить. Ну и на космопорт поставить. Видите, не отбьет. Есть шанс, что не отобьет. Но в данном случае он сработал. На этом пока все. Спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!